Хай-хай, ребята, сегодня у нас будет распаковка двух интересных посылок, внутри куча всего. Мне отправили это с одного магазина и попросили, чтобы я это про это рассказал, короче. Так, какая-то макулатура, и это, скорее всего, это пауэрбанк. Ух ты, какой он тяжелый. Он прям это, реально, как гиря какая-то. Я не знаю, но такое чувство, что он весит килограмм. Qualcomm Quick Charge 3.0, то есть он еще и с быстрой зарядкой. Вот это здорово. На 9000 мА. А что за фирма? А фирма у нас Blitz Wolf. Вот, я его включил, видите, заряжен он только наполовину. Это, как я понимаю, индикатор заряда. То есть, если он заряжен будет на полную, то будут гореть все вот эти 4 точки. Обязательно его надо протестировать. Здесь два входа, получается, под USB. Один простой, а это, как я понимаю, быстрая зарядка. Потому что здесь вот этот знак Quick Charge. Дальше следующая посылка огромная. Ух ты, это VR-очки. Тоже фирмы Blitzwolf. Я как понимаю, он все фирмы Blitzwolf, да, прислал. Вот это приспособление. У меня уже были VR-очки, но они были простенькие, картонные. А эти, они сделаны из пластика. Едем дальше, открываем вот эту маленькую коробку. Скорее всего, это USB Type-C, хотя может быть еще USB, micro-USB. Мне бы хотелось, чтобы Type-C был. Нет, это micro-USB. Micro-USB вот такой красивый красный с черным наконечником. Это кабель, получается, плетеный. Следующая упаковка. Тоже Blitzwolf. Здесь у нас быстрая зарядка. Да, это Qualcomm Quick Charge. Но единственное, надо, чтобы ваш телефон сам поддерживал функцию быстрой зарядки. Тут у нас что? Тоже, наверное, какая-то зарядка или кабель. Нет, здесь не то, что я думал. Здесь у нас прищепка. Это, получается, линза на телефон. Так, с этим разобрались. Ну и последняя посылка, последняя. Ух ты, а здесь тоже линзы. Ёшкин кот, ничего себе здесь линза какая. Офигеть, это что, реально на телефон можно прицепить такую дуру? Офигеть, вот это интересно испытать. Я такого даже не видел ни разу в видео. Сейчас покажу, как это примерно смотрится. Вот, чтобы вы примерно понимали, вот он мой 6-й айфон, и вот она какая здоровая линза. Ну что ж, начнем, пожалуй, с очков виртуальной реальности. Здесь я прочитал инструкцию, здесь подходит устройство от 3,5 дюймов до 6,3. Открывается очень просто, вот эта защелка отщелкивается, и сюда телефон вставляется. Дальше вы тут регулируете, как вам на голову удобнее надеть. Все, игрушка прогрузилась. Вставляете это все дело в шлем. Так, выравниваю. И все. Теперь уже одеваю шлем. И в путь. Погнали. Но знаете, что могу сказать? Картинка немного как бы дергается, то есть неплавно. Блин, прикольно, но картинка немного неплавная. Вот если посмотреть, не знаю, здесь будет видно, нет. Картинка немного неплавная и еще немного кружится голова. То есть это, конечно, надо так долго в этом не просидишь. Ну а так, в принципе, мне понравилось. Естественно, чтобы пользоваться VR, вам требуется телефон как с можно большим разрешением. То есть в идеале вообще будет взять телефон с 4К, чтобы не видеть вот эти все пиксели. Ну а теперь, ребята, о самих линзах. Покажу примеры. Первый комплект состоит из двух вот таких вот съемных объективов. Причем один из съемных объективов, он еще состоит из двух объективов. Откручивается первая часть и получается у вас вот такой вот маленький объективчик. Это макро. Сейчас покажу, что с помощью него можно получить. Так, вот макрообъектив в действии. Я делаю его на свой телефон Mi 5S. Снимаю сейчас цветок. Видите, насколько он сильно приближает. Алоэ. Моя веб-камера Logitech. Logitech, как правильно. И мед. Следующее, если мы прикручиваем вот эту дополнительную линзу, получается wide lens, то есть немного как бы картинка получается приближенная и некий такой эффект рыбьего глаза дает, но это не совсем рыбий глаз. Сейчас я вам тоже покажу, как это выглядит. Итак, вот так вот смотрится это wide lens, короче. Немного как бы пошире стал угол обзора, если сравнивать с обычной камерой. Вот сейчас я линзу уберу, оп, видите, как все стало без линзы. А с линзой уже немного как бы угол обзора пошире. Так, и следующая, последняя, значит, линза в этом комплекте, это уже самый настоящий фишай. Здесь даже написано фишай. И вот фишай уже прям очень сильный такой эффект дает. Так, ну что ж, ставлю на телефон и показываю вам результат. Ну а вот он, ребята, знаменитый фишай. Я думаю, все знают, что такое фишай. Много ведется таких съемок, всякие клипы снимают, я знаю, музыкальные, с фишаем. Допустим, вот группа Грибы, они снимали свой клип «Копы» называется. Вот они тоже снимали на линзу фишай. Ну а теперь мы дошли до второго объектива, который мне пришел, второй комплект. Это уже объектив реально здоровый, который я вам уже показал при распаковке. Вот такая вот хреновина. Это что она делает? Она просто тупо увеличивает в 3 раза, как я понял. Вот она, последняя линза. Вот так вот это выглядит. Видите, как все увеличено смотрится. Сейчас я ее попробую снять. Давайте еще с окна даже вам покажу.
с окна будет это примерно лучше видно. Ну вот, например, я сейчас сфокусировался на детской площадке. Убираю линзу, оп, и видите, насколько она дальше стала.